Вопрос. Что такое gRPC? Ответ. gRPC – это продукт, который был создан корпорацией Google в 2015 году. Изначально gRPC был внутренним продуктом и разработан специально для сервис-то-сервис коммуникаций. gRPC использует современные технологии и методологии коммуникации, представляет такие функции, как аутентификация, двунаправленная потоковая передача и управление потоком, блокирующие и неблокирующие привязки, а также cancellation, то есть отмены, и тайм-ауты. Основная задача gRPC – генерировать кроссплатформенные клиентские и серверные привязки для многих языков. Наиболее распространенный сценарий использования коммуникаций, сервисов, микросервисной архитектуры и подключения мобильных устройств клиентов браузера к серверным службам.